За год в регионе построено 106 многоквартирных жилых домов. Общая площадь новостроек составила почти 550 тысяч квадратных метров. Такие цифры прозвучали в пресс-центре газеты «Комсомольская правда» в Саратове во время дискуссии, посвященной Дню риэлтора. Активное освоение новых территорий производится в Кировском районе в поселке Солнечный. По словам участников рынка недвижимости, несмотря на рост количества новых квадратных метров, сделок купли-продажи больше не стало. Эксперты связывают это с покупательской способностью населения, особенно в преддверии новогодних праздников. Кроме того, стало сложнее работать и профессионалам в риэлторском деле. С 2002 года по сегодняшний день количество игроков рынка недвижимости сократилось на 50%. Усложнились и правила игры, отмечают эксперты. Сделки с точки зрения права юридической чистоты стали гораздо сложнее. Это, соответственно, требует повышенной квалификации профессионалов рынка недвижимости. Стандарты они есть, они в Российской гильдии риэлторов с 2002 года, когда отменили лицензирование единое, но они, как идет развитие рынка недвижимости, правовая база идет и развитие наших стандартов. Сейчас в Саратове официально зарегистрировано более 30 компаний, в которых работает более 500 специалистов рынка недвижимости. Однако немало и так называемых риэлторов в тени. По словам экспертов, проверить и выбрать толкового из всего этого количества несложно. Уже более года существует единый реестр аттестованных риэлторов. Даже с мобильного телефона можно войти на сайт, посмотреть, прошел ли человек аттестацию и необходимое обучение.